спасибо вам за это чудо, за то, что оно у нас здоровое, за то, что я здорова, за то, что все это, за то, что мы можем радоваться, понимаете, тому, что у нас есть ребенок, за то, что я могла приходить сюда и каждый раз просто выходить с улыбкой. Я очень довольна вот именно сервисом, квалификацией врачей, в принципе, скоростью принятых решений. Это очень важно, потому что именно в родзале я ощутила важность того, насколько быстро здесь реагируют на какие-то критические моменты. Ну, вообще сохранена беременность, в принципе, потому что изначально, да, у нас была угроза прерывания. Когда я приехала, я понимала, что что-то не так, и я боялась оставаться, да, и мы с вами еще, помню, на связи все время были, как будто бы это две разные реальности. Первое, да, когда у меня первая моя беременность, во-первых, да, возраст, во-вторых, вот эти все больницы, когда я ходила, сидела в очереди. У меня вообще нету что вспомнить про ту беременность, нету приятных каких-то таких моментов, кроме того, что да, у меня что-то есть в каком-то блокноте. Здесь у меня и УЗИ, у меня есть рамочка после 3D-УЗИ, вот это в Лелеке, вот это Лелечатко, там мы там, ну, вообще настолько трогательно, я помню, с этой картинкой просто шла, он до сих пор у нас на тумбочке стоит возле кровати. Мне нравилась эта папка, да, которая ты приходишь, у тебя все собрано, в телефоне приложение, все четко, потому что я могу забыть. Ну, там раз что-то вылетело из головы, мне все время напоминание, завтра вас чекаемо, все, ну, вообще просто полностью. И представление о беременности как таковой, что это роды, это может быть как праздник. Когда я в соцсетях выкладывала, вот мы родились, вот прошло 2 часа, и девочки типа, Юль, ты рожала вообще? И там, где, да, когда я просто родила, я не могла даже позвонить никому первый раз, и тут я улыбаюсь, снимаю соцсети, снимаю сторис, и люди все смотрят, Юль, ты рожала? Вот можно так рожать? Я еще даже в своих сторисах говорила, в актуальном они есть сохранены, что если так рожать, можно рожать просто каждый год, вот просто. И я готова прийти рожать третий раз, просто потому что я бы хотела это повторить, вот эти все эмоции. Обнимаю всем сердцем, очень-очень вам благодарна.